Уже 18:10. В нашей новостной студии собралось куча народа, которые очень хотят посмотреть фильм «Булак». Но наши редакторы все еще здесь. Почему вы не идете? Я вас пришел загонять туда, в студию. Сейчас мы пойдем. Илья, ты к нам присоединишься? Очень хочу, во-первых, «Булак 2». Во-вторых, очень хочу, сейчас доделаю. Буквально боюсь, что там опоздаю на начало. Скоро буду. Все, класс. Специально для сотрудников нашей телекомпании, некоторых наших телезрителей, Салбон Лыгденов согласился здесь представить нам фильм «Булак 2». Специально для нас. О чем этот фильм? Вы сейчас посмотрите, оцените. Вот для этого, для оценки, ваше мнение очень важно нам. Давайте мы, наверное, начнем. Хорошего просмотра. Она идея давно витала. Нужно было просто к нему подойти, а как раз облом получился с выездом в Америку, с выездом на монтаж, получилась пауза такая, а ребят сидят, ноют такие, надо что-то делать. Быстренько там за ночь напечатал, говорю, поехали снимать. Че новогодние праздники торчать дома? Мы на самом деле, конечно, так же, как были, будем жить в городе, но на самом деле про деревню нам нельзя забывать, то есть там есть возможность развития. У нас у всех разная история, кто оставил свою родину по разным причинам. Вот я поэтому намеренно привел с собой своих сыновей. Я наблюдал за ними, не уснут ли в каком-то месте, там, не станет ли им скучно. Но, слава богу, дети у меня уже подрастают, и ребята стали понимать, что такое родина. Я надеюсь, они понимают, что действительно цветет там, где корни. Сценарий написан был прямо, как я здесь-то рос, что и происходило. И поэтому несложно было играть самого себя. Поэтому вот это вот единственный плюс, наверное. Очень своеобразный, очень необычный. Ну, то, что делается Салбон, это всегда так. Поэтому нужно переварить. Вы нам сказали, что после фильма расскажете о своих впечатлениях. Мощно, что я могу сказать. У меня привычка. Я полдня точно провожу за просмотром разного видео, вашего в том числе. Главная моя задача – поиск косяков. Я забыл про свою работу, и особенно когда вот эта любовная линия появилась с одноклассницей, с директором музея. Очень жаль, что у них ничего не получилось. Возможно, в продолжении что-то. Классный получился фильм. Да. Классно. Да. Мариам Восконян, Николай Долбаев, телекомпания АТВ. Не, надо было такая телекомпания АТВ и армянское радио.